Для меня главное, чтобы, ну, видеть ценность, что действительно людям это нужно, полезно, и особенно в такой области, где, казалось бы, много сомнений, и у меня лично они до сих пор могут где-то возникать, но очень редко уже так ум где-то чего-то там вякает, что а вдруг это какая-нибудь ерунда, а вдруг это какой-нибудь бред, да, там. Вот. Но я-то каждый раз вижу, что действительно матрицы, они сходятся с личностью, и все реально подтверждается, да. Ну и, кстати, вот еще раз вопрос хочу задать. На протяжении этих двух дней все, о чем мы говорили, были какие-то несхождения, может быть? Все подходило к вам? Все подходило. Угу. Ну вот для меня это очень важная обратная связь, которая мне позволяет понимать, что это действительно реальный ценный инструмент, не какая-то там... Реальный ценный. Не какое-то гадание школьное, да, и прочее. Вот. Хотя многие системы, другие методики, которые существуют по квадрату Пифагора, которыми заполонен интернет, они как раз таки и, ну, почти как вот эти вот гадания какие-то школьные, там и интерпретации непонятные какие-то не сходятся, и расчеты неверные. И у людей, которые занимаются этим, по моим наблюдениям, просто, ну, нет глубины познания всего этого. Ну, я же не говорю о том, что, да, расчеты неверные и интерпретации искаженные. И информационное пространство в отношении вот этой науки, оно настолько захламлено мусором, что действительно, ну, люди, наверное, относятся к этому знанию, вообще к нумерологии в целом, как к чему-то, каким-то бабушкиным гаданиям, да, там, или к астрологии, не знаю. Вот, поэтому, к сожалению, как-то вот... Но я рад, по крайней мере, что даже человек сомневающийся, когда я больше разъясняю, объясняю, человек удивляется, и он понимает, что это очень серьезные инструменты знания. То есть благодаря вот этой правде человек понимает, что да, это что-то очень такое реальное и веское. И, наверное, я бы этим не занимался, если бы это не было достаточно точным. Достаточно точным вот в попадании применительно к каждой личности. Поэтому долгое время я постоянно сомневался, искал подтверждение. Где-то даже наоборот искал подтверждение, что это может быть фигня все. Но каждый раз приходил к тому, что убеждался, что нет, это реальное знание, которое работает, ну, практически применительно ко всем. Чтобы как что-то не подходило к кому-то, ну, буквально там, может, 2-3 случая на моей практике было, и то они, наверное, возникали больше из-за непонимания понятий, терминов каких-то между мной и человеком. Поэтому так. Ну, я думаю, если бы, ну, были какие-то там несхожести, да, неслеповки, наверное, все же здесь, да, кто присутствует, но... Личную консультацию уже проходил, да? Нет. Ты не проходил? Сергей только не проходил, да. Ну вот, поэтому как бы, ну, все лишь прошли, но по большей части, да, убедились, что да, действительно это работает, и пришли как бы... Ну да. Ну, Сергей, тем не менее, он, наверное, рьянее всех желал пройти этот семинар, и, наверное, и без консультации очень многое узнал про себя, да? На протяжении этих двух дней, поэтому считай, что получил больше даже, чем на консультации. Вот. Ну, во всяком случае, построив свою матрицу жены, я просто теперь понимаю, над чем надо работать, на что обращать внимание, больше внимания. Вот. Да. Где себя, так сказать, сдерживать, где наоборот сдерживать жену. Ну да. То есть обычно, когда получаешь информацию о себе, о другом, ходишь по семинарам, все это как-то в уме, оно какой-то абстракции находится непонятной, да, то ли оно есть, то ли нет, правильно мне сказали, неправильно, вот. А тут ты четко всегда видишь точная наука, да, то есть ты видишь вот конкретно, вот они, то есть числа, ты видишь, что числа, они отражают то, как есть. Ну, Пифагор, он и говорил, числа правят миром.
Поэтому